шоссе. Следующая остановка – открытое шоссе, дом 19. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам, что в автобусе ведется видеонаблюдение. В случае совершения актов вандализма и других противоправных действий видеозапись передается в правоохранительные органы. Открытое шоссе, дом 19. Следующая остановка – лесное хозяйство. Лесное хозяйство. Следующая остановка – Латино-Островская улица. Уважаемые пассажиры, в случае обнаружения подозрительных или бесхозных вещей в подвижном составе, не прикасаясь к ним, незамедлительно сообщите водителю.